Храм всех религий, друзья. Самое главное, что с парковкой здесь проблемы нет. Пожалуйста, паркуйся, хоть запаркуйся. Хоть на водном транспорте, хоть на автомобиле. Находится он немного за городом. Вот тут даже деревенский дом рядом как-то притесался. Концепция его одновременно и безумна, и адекватна. На каждой из башен разные символы. Некоторые, конечно же, мне неизвестны. Вот, например, крест. Что это значит? Что это за вера? Или слева полумесяц. Совершенно неизвестная мне конфессия. Или вот здесь вот такой... Фиг поймешь, что. Так что наслаждайтесь зрелищем. Он такой еще непонятно, когда построенный. То ли совсем новый, то ли какой-то старый. Такое ощущение, что стоял какое-то время недостроен. Вот кирпичная часть. А купола недавно доделали. Рядом продолжение сериала. И еще рядом третья серия. Вот она плохо видна из-за солнца, но вот там такой красный купол в том же стиле. Все это один ансамбль. Вот люди даже из деревень приезжают посмотреть. Здесь еще кто-то, напоминающий Будду, сидит. И можно войти вовнутрь. Посмотрим, что там внутри. Кстати, здесь рядом вот такая еще инсталляция. Странноватая, ржавая. Что-то здесь было, но что уже совсем непонятно. Интересно будет почитать про этот храм. То, что, зачем, что за бред. Но концепция мне очень нравится, потому что действительно Бог един. И по большому счету, какая разница, что Рон Хаббард, что Иисус. Шучу, конечно, Рон Хаббард вообще не Бог. Ну, храм оказался вроде как то ли бесплатный. Ну, в общем, я на подношение оставил точно. У него такой вольный стиль. Холодильник. Здесь вообще какой-то стройматериалы. Акуджава с иконой, кстати, неплохо смотрится. Кто такие? Что такое? Привет.
Так вот. Я прям как репортер. Мария. Мария. Я веду репортаж из Казани. Где празднует свое, получается, 51-летие храм всех религий. В общем, я поговорил с хозяйкой. В этом случае эта женщина взяла у меня деньги за вход. Я думал, что вход бесплатно. На поверку он оказался 50 рублей. И я пожертвовал еще 100 рублей сверху, помимо входа. Так вот, эта женщина, она такая на вид 50 с чем-нибудь, сказала, что ее брат начал всю эту тему. В 76-м году начал строить, потом еще какой-то там родственник продолжил. И вот. Но я ей говорю, а администрация города как относилась к этой инициативе? Она сказала, что всем было пофиг, и что здесь отражено 16 конфессий. Вот, так что, можно сказать, человек себя увековечил. Наверное, это его фотографии там повсюду висят. А люди постоянно подъезжают сюда. Вот, кстати, эта дама, которая меня инструктировала. Она специально уходит, чтобы не светиться. Вон она закрывает лицо. В общем, хотите стать бессмертным, постройте вот такую штуку где-нибудь в другом городе. По большому счету, заведение находится просто среди дач. То есть кто-то оттяпал дачный участок побольше и немножко такой дом побольше построил. А напротив у нас красивая речка, пристань загулявшего поэта. И вот такой земляной аппендикс насыпной, по типу Дубая, видимо, с элитным жильем. Собственно, к этому я и вел. Раскрою... О, господи. Раскрою карты. Я агент по недвижимости. Покупайте ЖК напротив храма всех религий. 1 000 000 за сотку и 10 миллионов за квадратный метр. Что там? Отделка бесплатно, ребята. По питерским меркам это место такой симпатичный пригород. На воде это типа Стрельный или Ломоносова, или даже Петродворца. Что-то такое. Вроде и рядом с городом, и не в городе. Все, заканчиваем репортаж.